Защита проектов в рамках республиканского форума «Наш Татарстан» продолжается. Но заочные и очные этапы для участников площадки территории архитектуры и искусства уже позади. В резиденции креативных индустрий состояла встреча с заслуженной артисткой Республики Татарстан, а главной наставницей форума Эльмирой Калимуллиной. Площадка, которая дает возможность молодым людям заявить о себе, о своих планах, о своих креативных идеях. И здорово, что люди общаются, что они могут быть полезными друг другу. Кто-то раскрылся более интересно, кому-то нужно еще доработать свои планы. Но, в принципе, каждая идея имеет свое зерно, которое обязательно прорастет и даст свои плоды. Главное не останавливаться. Встреча с участниками форума площадки территории архитектуры и искусства прошла довольно в теплой и домашней атмосфере. Эльмира Калимуллина поделилась историей своего успеха, ответила на интересующие вопросы участников и дала несколько советов для реализации своих творческих идей. Мероприятие закончилось вручением почетных грамот участников форума «Наш Татарстан» и объявлением финалистов. Это проект музеев, татарские настольные игры, ремесла и фестиваль. Среди финалистов оказалась и студентка Казанского федерального университета Белла Чупашова со своим проектом «Музеи рядом». Проект «Музеи рядом» направлен на выведение музея на площадку социальных медиа. На сегодняшний день музей заинтересован в привлечении все большего числа посетителей, и в этом плане проект может помочь им в привлечении молодежной аудитории. Форум «Наш Татарстан» приобретает новые шаги и новые достижения. И одна из особенностей форума – обучение защиты своих креативных идей. Ведь самое главное – правильно преподнести ее. От этого зависит ваш успех. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.